Привет, друзья! Российские войска нанесли массированный ракетный удар 6 ракетами по украинским объектам оборонной инфраструктуры в городе Кременчук. Под удары ракет попал нефтеперерабатывающий завод и другие объекты военной инфраструктуры. Ну вот, суки. Раз, два, три, четыре, пять прилетов. Что-то подпалили, горит. И качество туда же. Пять прилетов по Кременчугу. Да, утро началось весело. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.